Здравствуйте, друзья! С вами Кравченко Тарас. В сегодняшнем видео мы поговорим о том, как снять деньги с партнерской программы АИР. Заходим в личный кабинет, нажимаем раздел «Выплаты». Если, как описано в договоре, платежный период происходит в партнерке с 10 по 15 число каждого месяца. То есть, если у вас вы собрали минимальную сумму $50 для выплат и в платежных реквизитах в настройках указали, допустим, вывод на WebMoney и ваш кошелек, то вам придется такой вот отчет. Появится зелененький доллар и сумма, которую вы можете снять. Что вам нужно делать дальше для того, чтобы их получить на руки, то есть ваши заработанные деньги? Для этого вам нужно нажать на зелененький доллар, нажимаем на него, опускаемся ниже, смотрим ваши реквизиты, которые вы указывали в настройках в кабинете партнерской программы, куда вы хотите выводить свои деньги. Я заказал выплату, денежный перевод Western Union. Сегодня у нас 15 число, 15 января 2015 года. Отчет пришел мне 13 января 2015 года. Для того, чтобы их снять, все проверили, для того, чтобы их снять, вам нужно подтвердить сумму, которую прислала партнерка. То есть вот эта сумма, которая пришла вам в раздел выплаты. То есть партнерка интересуется, хотите вы сейчас в этом месяце снимать, либо вы не хотите еще снимать деньги, и ваши деньги перейдут на следующий месяц. То есть вы их сможете снять в следующем месяце, ну плюс заработанные еще за вот этот месяц, который будет следующий. Вот, для того, чтобы их снять, нажимаем подтвердить и смотрим, что здесь получится. Отчет подтвержден. Все, партнерская программа получила отчет о том, что я хочу снять все-таки эти деньги, а не ждать следующего месяца. Значит, все нормально. Видите, зелененькая галочка, отчет подтвержден. Теперь, друзья, ждем период с 20 по 25 число, как указано в договоре. Сумма, которую я указал, должна оказаться у меня на руках. Сегодня у нас 15 января 2015 года. Я делаю паузу, и когда буду снимать деньги, я сниму ролик. Ждем 20 числа. Друзья, как и обещал, когда придут деньги, я вам обязательно об этом сообщу. Сегодня у нас 22 января 2015 года. Мне в личном кабинете пришел комментарий о том, что деньги мне выслали. Прислали мне номер, по которому мне можно будет снять деньги в банке, отправитель и сумму, которая мне пришла. Обратите внимание, сумма, которую я указывал на выводе, была 1511 гривен, а пришло 1466 гривен. Компания Western Union сняла с меня процент 45 гривен. Поэтому, друзья, если вы уже являетесь партнером партнерской программы АИР, советую вам снимать деньги на платежные системы, такие как WebMoney либо PayPal. Комиссия там не изымается. Денежным переводом, как видите, 45 гривен списали. Друзья, если вы еще не являетесь партнером партнерской программы и вам интересно зарабатывать на YouTube, внизу под этим видео найдите мои контакты. Свяжитесь со мной, можете задавать вопросы в комментариях, я обязательно на них отвечу. Присоединяйтесь в нашу команду и зарабатывайте вместе с нами. Друзья, не забываем за лайки и подписку. Всего доброго, до свидания.